Ladies and gentlemen, ACB League presents you co-main event of the evening. Free 5-minute rounds of MMA in at 88 kilograms catch weight contest. Ladies and gentlemen, in the blue corner, from Poland, Piotr Strus. Итак, ко-мейн ивент сегодняшнего вечера. Петр Штрус появляется на наших экранах с рекордом 9-3-2, 28 лет, 84 килограмма средний вес и 1,87 м ростом. Петр Штрус из Варшавы. Из своих 9 побед 4 он одержал нокаутами, техническими нокаутами, и 5 по очкам, решением судей. 2 ничьих. На профессиональном ринге он с 2010 года. From Russia, by the Lonely Wolf's nickname, Mikhail Zaryov! Появляется Михаил Царев. 30 лет этому бойцу. Рекорд 31-6. Крайне опытный боец. 171 сантиметр. Его рост из Новосибирска. Из 31 победы 8 одержаны нокаутом. 21 победа приемами. И только 2 победы по очкам. Из 6 поражений Михаил проиграл все досрочно. 3 нокаутами, 3 приемами. Представляет клуб Rus Fighters. В профиках он с 2005 года. С 2012 по 2013 провел 3 боя в Беллаторе. Участник турниров ACB-35 и ACB-48. На данный момент Михаил занимает 71-ю строчку мирового рейтинга средневесов. Это очень серьезный pocket. Introducing the first fighting out of the blue corner. He is 28 years old. He stands 187 centimeters tall, official weight 87.9 kilograms. His professional record 14 bouts, 9 victories, 3 defeats, and 2 draws. Ladies and gentlemen, representing Poland, Piotr Strus. And his opponent across the cage, fighting out of the red corner.
He's 30 years old. He stands 181 centimeters tall. He's weighing 87.5 kilograms. His professional record consisting of 37 bouts, 31 victories against 6 defeats. Ladies and gentlemen, representing Russia, Mikhail the Lonely Wolf Tsarov! And your referee judge, Fyodor Mikhailak. Это, видите, ростовесовые показатели бойцов на 6 сантиметров. Штрус выше, но в плане опыта разница, конечно, огромнейшая между этими бойцами. Но все покажет бой. Я думаю, отличать вы сможете бойцов без проблем. Сразу Петр пошел вперед поддавливать. Отвечая жестким волкиком Михаил Царев. Хорошо обрабатывает Михаил ногами Петра. Хай-кик. Отлично. Очень активно начали бойцы, несмотря на тяжелый вес. Темп очень высокий. Очень хорошо с дистанции Михаил бьет ногами. Причем во все этажи. Обменялись боковыми. Заряжается Михаил, ну да. Не понимает. Ну, я тоже несколько недоумений в рефере объясняю, что пальцами опасно работает Михаил, но кроме рефери этого никто не видел. Держишь дистанцию Михаил, потому что длиннее руки у Петра. Отлично попадает справа Михаил Царев. И сразу же прихватывает на удушающий. Встает и тут же еще раз попадает и падает Петр Штрус. И сразу же летит просто забивать и добивать его Михаил Царев. Тяжеленные попадания. В рефери надо, конечно, внимательно смотреть. Будет ли перевод в партер? Колоссальная ударная мощь у Царева, конечно. Не твердо стоит на ногах поляк. И уже сечка под правым глазом у поляка. Прихватил ногу, но отлично отзащищался от этого перевода Михаил Царев. Была попытка бросить, но поляк стоит пока на ногах. Хорошая посадка от поляка. Посмотрим, что покажут нам бойцы. Да, креветка восстанавливает гард Михаил Царев. 1,5 минуты до конца первого раунда. Пока хорошо удается вязать Михаилу Цареву Петра
Штруса. Но при этом стоит понимать, что Петр восстанавливается. Да, после тяжеленных пропущенных ударов. И плюс бойцы упали в угол к польскому спортсмену. И тому, конечно, хорошо слышно, что подсказывают со стороны. Колено вставляет Петр Штрус. Судя по всему, подвосстановился Петр и пытается наносить удары. Мощные, амплитудные достаточно. 10 секунд. Конец первого раунда. Интересное противостояние мы видим, да, потому что первая половина осталась раунда за Михаилом. Вот эти тяжеленные попадания. Фактически в двух нокдаунах побывал. Ну а концовку, конечно, забрал Петр Штрус. Тем интереснее будет смотреть следующий раунд. Но мы видим, оба бойца стоят на ногах. Второй раунд. С атак Петра Штруса начинается второй раунд. И попадает он в тяжелую двойку, но Михаил показывает, что это все абсолютно незначительно для него. Хорошее колено вставляет он в голову Петру. Отличная двойка снизу сбоку от Михаила Царева. Еще одна. Очень яркая рубка двух средневесов. Видим небольшое посечение под левым глазом Михаила Царева. Еще один перевод. И, судя по всему, немножко разбитое лицо у Петра Штруса. Скорее ухо даже. Вот из левого уха идет кровь. Небольшое позиционное преимущество у Петра Штруса. Находится он сверху. И достаточно много времени до конца раунда. 3,5 минуты. Я напомню, что из 31 победы у Михаила Царева 21 победа у него приемами. И вот интересно посмотреть, что он сможет, что он приготовил для Петра Штруса. Петр Штрус пытается вылезти. Дабы занять более выгодное положение для добивания. Но пока Михаилу Цареву удается хорошо вязать его. Так,
Так или иначе, удары проходят. Руками, конечно, аккуратнее стоит работать польскому спортсмену. Пальцы. При том, что наверняка он чувствует и понимает, что он делает. И вот немного некрасиво с его стороны. Локтями он жестко обрабатывает, но пока по защите попадает. И подтягивает Михаила Царева к сетке. Корпус, голова, продолжает он наносить удары. Рефери очень внимателен. И теперь уже Михаил достаточно в тяжелом положении. Да, и плюс лежат они еще в углу у поляка. Очень тяжелые удары локтями пропускает Михаил Царев, призывает к более активной защите его рефери. Отжимает он на какое-то время поляка, но надо бы, конечно, продержаться ему эти 40 секунд. Рефери останавливать, конечно, нельзя. Сегодня были более тяжелые добивания, когда рефери не останавливал. 30 секунд до конца, конечно, надо Михаилу терпеть, пытаться уходить, вставать, вязать. 20 секунд до конца раунда. Очень много ударов принял на себя Михаил. 10 секунд до конца раунда. 8. Но поляк это тоже слышит, поляк это тоже понимает. И рефери не останавливать бой ни в коем случае. Надо углу Михаила, конечно, срочно попытаться привести его в чувство. Переломил ход поединка поляк в свою пользу во втором раунде. Огромное количество ударов тяжелых он обрушил на Михаила. Причем не только в голову, но и в корпус. Это обязательно скажется на функционалке в третьем раунде. Очень напряженный, драматический бой. Я думаю, что это, наверное, один из самых интересных боев сегодняшнего вечера. Ну, судя по всему, лопнуло ухо у поляка. Замазали как смогли. Но мы видим, что очень тяжело Михаилу Цареву. И будет ли он вообще продолжать бой? Что, отказ? Да, видимо, Михаил Царев. Или угол Михаила Царева, да. Посчитали, что здоровье важнее. А как хорошо все начиналось для Михаила. Ничто не предвещало такого исхода. Да, конечно, безумно рад польский спортсмен Петр Штрус. Он одержал сегодня победу не над абы каким бойцом, да, это профессионал с большой буквы Михаил Царев. Пожалуй, это самая серьезная победа в его карьере на данный момент. И можно ожидать, что в ближайшее время он достаточно серьезно поднимется в рейтингах. Празднует команда поляка.
Ladies and gentlemen, due to continue the fight of opponent, your winner by technical knockout, Piotr Strum! Mocnym rywalem, jaki jest Sarew. Tak więc bardzo dziękuję organizatorom gali za tą szansę. Pomimo, że wziąłem walkę na tydzień przed, mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i dostarczyłem wam emocji. Ogromne podziękowania dla całego mojego teamu, dla Roberta Jocza, Karola Kostaka, Łukasza Pośnika, Artura Ostaszewskiego, całego teamu mojego WCA Fight Team, jak i zarówno na Stula Team, którzy bardzo mocno mnie dociskali w tych przygotowaniach. Tak więc dziękuję Państwu wszystkim, każdemu z osobna i wszystkim naraz za ten doping. Olsztyn to piękne miasto i wcale się nie dziwię, że Joasia Jędrzejczyk odnosi takie sukcesy. Bardzo szczerze pozdrawiam syna Karola, który aktualnie jest w szpitalu i ma... Ile Karol? 8 dni, tak więc trzymajcie mocno kciuki, tak jak za mnie i za jego syna. Dziękuję wam bardzo i pozdrowienia dla Spartakusu, Spartakusa Zakopane. Dzięki, kończę, idę już stąd. Na razie. Piotr Strum!